По чуть-чуть на велике. Не по много, по чуть-чуть. И привет, привет, привет. Знакомьтесь. Сакура Павловна, а? А? Ну, подавай. Ну, давай. Покажи класс, удиви нас. Ставка 160. Пусто. Есть пробитие, да? Еще двоих девчонок зацепить. Так, хороший спин. Неплохой спин. Блин, подруженцы зови. Бонжорно. Меня зовут Майонез. Я знаю, что у вас есть третья сестричка. Так, уже, блин, ну пацаны. X50 по 160. Хорош, еще два спина. Так, слушай-ка, слушай, давай. Так, у нас один, ну в принципе X100, да? Почти, чуть-чуть, да, X100. Ёпту, закрыло, все, ребят. О, жестко. У нас, короче, до этого 7000 было. По 160. И еще 22600. Нормально, 30-ку дала. Просто Сакура на ровном месте 30-ку дала. Здравствуйте, лудики. Привет, Азар. Словили, словили, божечки. Вертекс, приветики. Как вам подкатить? Ребят, каждая девушка индивидуально. Интуиция вам подскажет, как какой подкатить. Какая на что клюнет. Привет, Just Relax. Я считаю, что нету определенного такого какого-то пикапа, который вот сработал бы на всех одинаково. Ну, даже не знаю, ничего на ум такого не приходит. Каждый индивидуально, в общем-то. Постарайтесь прочувствовать. Победитель, уточни, тебя зовут Максим? Максим Мандиев. Бум уже перепроверяет. Просто, какие, да, условия? Подписка на канал, на телегу, лайк на стрим. Ой, хорошо. Блин, такой одиночный. Да? Угу. Все хорошо. Сейчас я бонуску посмотрю. И сейчас будет занос, очень надеюсь. У нас вот были такие моменты неприятные. Мы покупали, замазывали, потом ловили ровно по такой же ставке, и был занос. Я зачем одиночный? Ну. Жадничает. Потому что, наверное, знают, что заносик немножечко все-таки будет, чтобы занос не был сильно большим. Он перестраховался и дал не сильно большие, не сильно хорошие билды. Привет, Тати. Девочек. Девчонки. Девчонки. Хорошо. С локтя ей прописала, и думаю, она точно оценит. Ой, Артур, долго ты будешь вот так вот, как говорится, не в девках, а в пацанах. Холостяком, короче, будешь. Главное, зубы почистить и носки белые одеть. Александр, это на самом деле очень важно. Шутки шутками, а ваш внешний вид – это залог успеха. Я не обязательно, ребята, про красоту, а про вашу опрятность. Это залог успеха. Если, конечно, вы подойдете, от вас будет пахнуть перегаром со вчера, либо же потными подмышками. Блин! Так, это, ну, это хорошая бонуска, это ребят. Фреймворк, привет. Малыха, 1010. Да ладно. Я тебе серьезно, 1010. Тебе серьезно? Ну, 8 минимум. 8 я минимум. Сейчас узнаю. 7800. 27. Ура! Ура! 27 выбило. Видишь, солнце. Это красавица. А ты. Давайте что тогда? Давайте тогда еще по 128. Еще попробуем сейчас. Так, хорошо. Так, короче, ребят, у нас бонуска по 128. Тогда надо потом по 110 еще выбить. 2, 1, 3, о, 2, 2. Ух, нифига, двоечек-то. Троечку бы еще. Троечку бы. Вообще двоек дофига. Прикольно. Братва, всем привет, кто залетел. 1000 человек на стриме. Солидненько. Лайков 400. Очканул, что забанят, кто-то не стримит. Вообще-то, кто не знает, мне нельзя было неделю. Если дают страйк, нельзя неделю стримить. Если... Короче, потом объясню, когда народу много будет. Так, двое. Ребята, это может быть заявочка. Правда, криво встали, но если по центру шандарахнет, будет уже что-то намечаться. Если сейчас вообще поставить еще вилд. Я что-то даже проворонил, сколько у нас этих спинов было. 14, что ли? Здорово, ребят. И, кстати, мы еще не открутили этот вагер.
Ну, 86, по-моему, было К у нас. 17200. Ну, типа, если бы я откручивал без депозита, то я бы не открутил, конечно же. О, 3х, 3х, 2х, ребят, это занос. Сенсационный, я не знаю, сколько это. 14 вращений. Так, я что хотел... Ну ладно, если сейчас... Если больше 100к баланс будет, сделаем рубрику. Ой-ой-ой, блин, нет такой линии. Так, ребят, походу ради этого стоило сидеть вот здесь. Сенсационный. Сенсационный обычно их 100 бывает. Так, ладно, тогда можно и рубрику замутить. Кодовое слово. Так. Восемь тысяч, нормально. Еще спин, да, последний? А, еще 3 спина! Еще 3 спина? Серьезно? Так это офигеть, подожди. Я что-то... Я думал, это последний спин у нас. Так, тут люди залетают... Ребят, кто за то, чтобы бонуску Сан-Квентине взять? Тут народ-то залетает, а? Сенсационный от их 60. 8700, офигеть. Ай! Есть контакт. Но это не сенсационный. Блин, залупить бы первых на первый барабан собак. Ой. Ну давайте тогда. 1000 лайков наша цель. Ой-ой-ой. Ребят, 1000 лайков наша цель, и тогда мы с вами купим бонуску. 1000 лайков? 1000 лайков, и с меня бонуска в Сан-Квентине. Давайте. Давай, ребят. 1000 лайков. Сейчас 500. 500 лайков вижу. Ну, я не знаю, какой-то занос. Не зря сидел, не зря крутил. Это X600 где-то получается сразу у нас. X500, даже, ну, X400 там с чем-то. Вот это люди залетели на стрим. Либо да, либо нет. Либо да, либо нет, ребят, правильно? Либо да, либо нет. На все, алыном. На все алыном. Блин, 4 скатера, скажу так, что это очень... Блин, 4 скатера, ребят. Блин, ну давай. 4 скатера, ну. 4 скатера. Так, X3. Ну, стандартные 2 вилда, но X3 как бы нестандартно. X3 не стандартно. Так. Ааа! 29 тысяч! Просто, ребята, кэшбэк и алыном бонуска. И на все деньги, на весь кэшбэк просто бонуска. Ааа! Еще 7 спинов, ребят. Моем. Мы кэшбэк. Ай, просто. Еще 4 спина. Понял. И всего 3 вилда играет. Всего... Ой, блин. 4... Да что там... Ну, блин, короче, вот сюда бы косточку. Ладно, еще 3 спина есть. Еще... Так. Просто шикарно. 43 тысячи, ребят. По 60 рублей. Почти x тысяч. Блин, почти x тысячи по 60. Жесть. И? Ну да, мой ёперный карась. 45 600. То я в 120. Ну, вот это вот проходка 50 спинов. Это, ребят, подписчик выбил 7 бонусов. Ваши, как думаете, смогу ли я обогнать его по бонусам? Ну, понятное дело, не замазывая все в ноль, а логично, пока играет, играть. Степ, привет, удачи, здорово. Казино X, через сколько кэшбэк приходит? Кэшбэк начисляется первого... ты можешь зайти, нажать на баланс на свой, и у тебя там появится, сколько у тебя. Там будет, вот, ну, как бы вот тут вот, ну, в меню откроется, и там будет. Каждый понедельник начисляется ребейт бонус. Это типа бонус... который ты в слотах там накрутил.
телеги, закрепите по стриму здесь, ссылка на канал. Но... Так, ребят, две будки. Если даст сейчас по центру, вот сюда или сюда, это занос. Вот сюда-сюда. То есть нам нужно, чтобы играло еще как бы дофига линий добавится. Да! Да. Блин, ну, да, это офигенно, это офигенно. Мы можем сейчас подзанести. Хотя что-то она не в бигвине даже. Это бигвин, да? Вот так, да, вот такая линия это играет. Короче, нам теперь нужно все равно... Давай вот сюда вот, или сюда, неважно. И вот и по 112 отдалась нам. Тоже занос, да, наверное? Есть. Да, это занос. Так, ребят, ну все. А вот у меня уже две хорошие бонуски. Сейчас пойдем в Сан-Квентин. Может, даже две возьмем. Если сейчас... Может, вообще две возьмем. Погодите. У нас тут Докхаус за все нам отдает. Так, ну X100 есть. Еще последний спин, да? Да. Ой, жирный спин. Вот поменяли бы местами, это вообще бы было жить. Превосходный. 17 косарей. Телега есть не у всех, согласен. Мне пока что не совсем понятно, чего больше. Я, ребята, просто не сильна в этом слотике. Может быть, вы знаете побольше. Привет из Туапсе. Приветики, Туапсе, большой привет. Красные, красные, красные. Сейчас красных много в чате. Ну, значит, красные. Хорошо, хорошо, котятки. Красные, мы все-таки сообразили, наконец-таки. Ну что? Так нечестно. Так нечестно. Ну-ка. Нет, у меня и спины. Ой, да главное, чтобы хотеть, что выиграл. That's made with passion. Red team has got off to a great start. Угу, хорошо. Вот это хорошо. А почему икса нету? Почему икса нету? Родимый, где икс? Я подписался, значит, будет занос. Валик, ну вот спасибо тебе огромное. Найдешь, как ты мне фарту поддал. А ты из Минска, откуда именно? Да, Минск, ребята. Ну, в смысле, откуда именно? А улицу, что ли, назвать? Не, ребята, улицу, район не говорю. Говорю из Минска и все. Говорили синие. Ну, погодите, у нас пока побольше. Второй раз за все время вижу тут бонуску. И не скажу, что сильно понимаю. Нет, ну, в принципе, понимаю, что-то понимаю. Но не понимаю, почему вот он блюдо ставит, но не всегда они играют. Вроде как рандом, так? Летошни, приветики. Красные почти всегда выигрывают. Значит, мы правильно выбрали, ребят. Ну пусть теперь X будет. X будет, чикак. И тут есть общий выигрыш. Если мы выиграли, этот общий выигрыш еще идет нам. Так ведь? Мы выиграли, ребята. Давайте пятюнечки. Давайте, мои сладкие. Это вы выбрали красненький. Короче, мы выигрываем, и мы еще общий. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Он просто плюсует. Все. Все, окей, я все поняла. Беларусь, то привет, дорогая Ванечка, приветики. Он просто, в общем-то, все, что плюсанули. А если бы мы проиграли, мы бы вообще ничего не получили, так ведь? А, ты случайно А, ты дальше продолжаешь? Три плохих меню, и вы вылетаете. Ну, собираюсь. Что нам делать? Ну, тут только продолжить. Так а если... Погодите, это я сейчас выигрышем рискую? Не, это, наверное, дополнительно что-то. Баланс 43, это просадка. Определенно. Ребята, кто знает? Почти 1000 лайков. Большое вам спасибо. Большое спасибо, мои хорошие. Нет, мы не рискуем? Хорошо тогда, давайте, погнали. Yes, top pick. Ага. Здесь. Окей, это доп игра. Yes, нет, три промаха надо. Nice one. О чем у тебя парни? Эй, ну-ка прекрати так делать. Wow, так. Wow, wow.
Хочешь выбрать? Так. X3, ля! Так, погоди, это стопудово будет X3? Да, да, да. Он сейчас икса даст. Ой, не икса, а это... если выиграешь, просто плюс. Ну, блин, замечательный бонус, я вам скажу. Ля, смотрите, ничего себе. Ёшкин кот! Злой или нет? Привет! Так, ну что? 1, 2, 3. 1. Ну да. Он в любом случае бы уже прекратил. Куда бы мы ни тыкнули, потому что и так сильно сочно. Ну, блин. Жесть, хорош. Так он может эти 3000? Хорош, отлично, ребята. Ой, блин, 13700. Да, 13700 бонуска. 13700. Красота. 57 тысяч баланс. Вот, вот это уже другое дело. Отлично, ребят. Вот это нормально мы нарвались. Время на отсутствие. Там модеры, знаете, что я думаю? На пляже лежат. Пузика свою греет. Отдыхает, как говорится. Книги. Не, по-моему, он не говорил два раза книги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, продолжим так падать, нет? Быки. 5 спинов вообще целых, прикиньте. Офигеть. Спинов дофига. Ретригер, надо выйти на ретригер. 2 шанса на ретригер, ребят, чекайте. О, за тузов 2000 уже, ну тут много тузов дополнительно дали. Есть, есть, 3 спина. Блин, это дохрена линии. Бананы. X1000, X1000, не, не X1000. Ну сколько это может быть? Голосуем. Я предлагаю, что это X400. Ну, X300. За бананов. Ой, вазы, вазы, бутылки, бутылочку, бутылочку. Да! А-а-а-а! Это ёбаный занос! Запомните моё ебало! Запомните его! Очередная легендарная X1000. Если кто-то будет искать мои стримы, просто подпишись на телегу КЛП666. Бам! Вот это рэп, блядь, настоящий, блядь. Чувствую, Black Star бы меня взяли сразу. Фу. Это еще не конец, подожди. Желтые. Желтые вазы. Короли желтые. Есть. Еще давай, еще ретригер ставь. Можешь. Есть! Есть! Пожалуйста! Желтые вазы! Реально, это еще одна. Это и будет дохрена, это X2000. Желтые вазы. Давай, 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 давай. На ебочка. Книги, 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 дай. Бананы. Ладно, 77670. Ну что, ребят? Ай. Надо еще выводить, да, ребят? Еще в плюс выводим. Iron Bank. X. X1400, X1540. Вот, вот такой занос у нас. Нормально. Язов, о. Серик, привет, привет. Ну все, а теперь, ребят, мы ее разогрели. Надеюсь, в общем-то, правая нас плюсанет. Нам очень надо, пожалуйста. Потому что смотрю на баланс и плакать хочется. Давай, родимая, выручай. Сам играю, не надо третий раз. Все, все, ребят, что сделано, то сделано, жалеть о сделанном нельзя. Сделали, не жалеем. Вилдов есть. Ну, жалко, жалко, да, поставил так. Давай, родненький, вилдов. Вилдов, ты да что, ты серьезно? Ладно, хорошо, хотя бы так. Что-то в минусах? Угу. Икса. Есть, есть, есть. Вот сейчас уже хорошо. 6, ну, кстати, отлично, ребята, очень отлично, охотно, отлично, очень охотно дает иксы. Я думаю, он еще даст. Я думаю, он еще даст икса. Не, он уже много даст. Привет, заносов тебе, Радмир, привет, большое спасибо. Есть. Так, найс, 9! Есть. Я говорила, он еще даст вилда. Закрой. Говорила, говорила.
Так, X1000, чтобы поймало от души. Спасибо тебе огромное. Надеюсь, да, так и будет. Навали, родненький, навали. Ну, закрывай. Часы. Ух, Локи закрыл. Хорошо. Не знаю. Так, хорошо, отлично. X7, хорошо, их закрывай. И закрывай. Ай. Ну, линии, видишь, сколько линий? Угу. Так. Еще два спина, ребята, мы уже в плюсике. Всем привет, солнышки, всем привет. Вижу, подтягиваюсь, чатик стоит, как будто у меня один зритель в чате. Ребята, ссылочка на вин, промо мол 200 дает 500% на первые 4 депозита. Всем огромной удачи, кто играет. Смотрите, что делает. Обалдеть, просто обалдеть. И закрывай, пожалуйста. Но линии все равно много, 1007. Хорош. 28. Крайний спин. И вилда. Хорошо, закрывай, пожалуйста, закрой. Да, я видела, она там торчала. Говорил же, сразу бери правы. Нет, мы его разогрели, мы все правильно сделали, ребят. Отлично. Вот это хорошо. 31 тысяча. Давай 5. Отлично. Кодовое слово будет ранец. Но. Ну, первый байт. Я не знаю, это я ловил самый топовый, но он мне полную фигню дал. А это офигенный, наверное. Вилды тут муравьи. Короче, на телегу подписываемся. Готовим ник из телеги. Лайк ставим на стрим. Поехали, братва. Так, у нас получается муравьи падают, они вилды и летают туда-сюда. Блин, ну это круто. Мне очень нравится этот бонус. Ну давай, посмотрим. Я ловил... 930. А, линия вольтов сыграла. Так, ставка 200. А где ставка написана? Бонуска странная. Ставки нигде нет. Короче, ставка 200. О, два муравья уже. Блин, жалко, ретриггера нет тут. Ну, два уже. Ой! Фантаболус! 5 косарей. Офигеть, подожди, 6 спинов таких. Я говорю, это самая крутая бонуска. Офигеть, ребят. Soldier and Free Spins. Wild Antic Slots. Да исторически я бы так его назвал. Ну круто, круто, давай. Фантаболос. Ну, о, X3. X3 линия. Ой. Офигеть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть муравьев у нас. 5 спинов, 6 муравьями. Офигеть. Ой-ой-ой-ой-ой, встали друг на друга. All wins X3. Ну тут... Блин, вот они друг на друга еще вставать могут. Вот это фигово. Если бы не вставали, наверное, круче было. Ой, хорошо. Еще муравья. Фантабол, это дофига. Да, ну как, ну, блин, 3 спина. Давай, блин, ребят, можешь занести. У нас X100 есть. Ой-ой-ой. А, есть! Сколько? 25. Блин, тут линии еще дофига так. 25. Блин, еще муравья одного бы. Не зря зашел. По чуечке отмазали все, что в Сан-Квенте не оставили. Ой-ой-ой, хорошо. Ой, хорошо. Давай, клевер. Ой, вольты удал. Вольты тузы сыграли. 29к. Последний спин. Офигеть, вот это бонусы. Прикиньте, покажу такую здесь. Хорош. X2. Ну чё, сколько? 33 косаря, ребят, офигеть. Запишем, как занос. 21.37. Wild Antics. Wild Antics. X160 где-то у нас там. Блин, офигеть, это еще сразу бонуска дала. Так, я выбираю, кто у нас там участвовал. Кто у нас там выигрывает. Так, Даниил Поляков, давай, ждем. Блин, а бонуска с муравьем? Я не помню, что он там делает. Реально не помню.
В смысле, мы не будем повторять? Не-не-не. А я думала, мы пришли сюда как минимум 2-3 штуки купить. Первая ведь всегда минусовая. Ну подожди, может не надо. Почему вы, да, не хотите покрутить? Может навалить? Юра, да про какого Вуду ты говоришь уже второй стрим, солнышко? Про какого Вуда? Это эндорфины. Ой-ой-ой. Кстати, на эндорфины, в принципе, можно зайти. Не факт, что Вуда, но зайти надо. Кристина, привет. Разыгрываем без деп, да, ребят. Для участия любое сообщение в чат, любое. Подписка на канал, лайк на стрим. No Limit City пробовал. No Limit, ребята, на спинах не кручу. Я там только покупаю бонуски, как правило. Показал первые при встрече. Что тебе, Серега, показал первые при встрече? В смысле, а что надо показать первое при встрече? Что можно показать первое при встрече? Ну, яйца. Ну да, я понимаю, к чему ребята ведут. Но нет, ребята, это он не показал при встрече. Какого города? С какого города? Город Минск. Город Минск. Три кота и ежик, приветики. Любое сообщение в чат. Верно, мы разыгрываем без деп. Принимайте участие, лайк, подписка, открытые подписки. Ну почему не наоборот? А, ну там один. Привет с Хабаровска. Привет, Макар, Хабаровску. Большой привет. Продли. Просто хер, привет. Отличный ник. Разнеси эту козяку просто в щепки. Спасибо, спасибо, ребят, за вашу ауру. Привет, Столбцов, Владислав, приветики. Столбцам большой-большой привет. Книги играем. А мне ребята предупредили, что книги сегодня не играют. Ого. Ничего себе. В такие минуты всегда очень-очень жалко, что ты купил не задорого. Нет, да. Это все равно 4000, хорошую, играй, только играй. Ну-ка. Играй же, родненький! Ай! Ну ладно, пойдет. X200. Ну ладно. Я тоже с Минска на Уруче живу. Ой, я... Было время, был такой период в моей жизни, когда я проживала на Уруче. Хорошо. Видишь, ну неплохо, неплохо, да. Есть, да? Большое сердце при встрече показал, конечно. Привет из Казахстана. Все, ребят, погнали. Я говорю, баланс сняли, это зарплата модераторам выдали. Выдали зарплату модераторам в казике. Казино как устроено? Если видишь, что человек поднимается, сразу списывает деньги и платит зарплату своим людям. Воу, нифига, X15. А если без всяких шуток и всего и серьезно, то я вывел деньги эти. Я вывел эти деньги, и вот они вывелись. Я уже 50 тысяч вывел. Сколько депозит получается? Сколько депозит получается реально? Блин, дай розовых как-нибудь, ну куда-нибудь. О, хорош! Хорош, хорош, зеленый еще, может, сделаешь? Еще куда-нибудь кинь зеленых. Блин, нифига, 500 рублей на X2. Так это занос. О, хорошо. Во, видишь, ты какой серьезный был. Скидывай киви кошелек. Скидывай киви кошелек, ты прибабосик кошелек. Красава. Ой-ой-ой, еще сердца могут сыграть. А, еще сердца! Блин, два сердца не хватило. Прикинь, это было бы 1500 рублей. Да нифига, слушайте, бонуску дала. 60к я вывел, депозит 23 тысячи получается у нас. Да? Не, 50, 30. Я вывел 2 розовых. Я вывел 30. А что спинов так много еще? 7 спинов. Я вывел 88, я вывел 33 тысячи депозит остался. Слушайте, а нифига у нас бонуска, посмотрите на нее. 28к. Да ёпта, это что за бонуска? А-а-а, сколько ретригеров! Блин, Вова, можно X1000 занесем с тобой вторую сегодня? Блин, третий ретригер, да еще? Ну дай ретригера. А сколько реально ретригеров? 340x. Еще ретригеры хочу. Хочу побить рекорд, у меня 5 рекордов. Прикиньте, бы сказал с фейком, ребят. Прикиньте, с фейком бы... Ёпта, 35х множитель. 35, да, еще что-нибудь? Арбузы. Есть. Розовый, с как-нибудь играть. Бля, ни хрена себе, вот это занос. Просто это жесть какая-то. Офигеть. Так, ладно, Вова, я выключаю стрим. Всем пока. На сегодня стрим окончен. А, да что это такое? Вова, охренеть, это что за множитель? Это что такое? Ё-моё. Вова, угомонись. Ладно, не угомонись. Просто заноси, я сижу, кайфую, потому что я понимаю, что я сейчас при бабле тоже буду.
Это еще один вывод. Ой, сейчас опять спишут деньги, зарплату модераторам. Не, ну это жирно. Ретриггера. Дай ретриггера, пожалуйста. Ёпта, ребят, сколько мы поймали? У меня 5 рекорд, а в этой бонуске сколько? Это уже третий? Или какой? Жестко. Вот это банан заиграет, да. Вот это она играет. Пятый. Если еще один, то рекорд убиваем. Еще один ретриггер и бьем рекорд. Давай шестой ретриггер. Вот я ловил 5 уже, ну дай шестого. Шестого ретриггера, ну пожалуйста, давай побьем рекорд. Ай. Но бабки, они в Африке бабки. 56 745 минус 10 тысяч. Я про каких бабок сказал? Именно 60%. Ну, 18 700, просто, блядь, 18 700. Ёбан, месячная зарплата. Только так сразу. Черный плащ, надеюсь, ты из первых узнаешь... О, черный плащ, вас кодовое слово, черный плащ, однозначно, 100%, черный плащ. Давайте. Максимум 15, минимум 3. Ну так, ближе к минимуму, понял. Ну ладно. Главное, это ретриггеры. Вот на X5 ретриггер. Хотя это вилд. О, ретриггер, кстати, это линия вилдов на X5, ребят. Это, блин, это ли... Закрой. Закрой линию. Не закрыл. Ну, на X5. Нормально. Так, это сыграла же кошка, да? А, нет такой линии. А, нет такой линии, я дурак. Я почему-то думал, что вот такая линия есть какая-нибудь. Нет такой линии. Ладно, ну ретриггер это отлично. Максимум 8, минимум 3. Есть! На X5. Я скажу вам, это очень хорошо. Я скажу, что это очень хорошо, потому что обычно там X2 либо X3 играет на ретриггерах, а тут 8 больше, чем 5. Ну, больше, чем основная бонуска и иксовка. Сейчас, смотрите, ретриггер на ретриггере. Вот, обожаю. Так вот, надо решить, подсекаем или не подсекаем. Да, подсекаем. Подсекаем, подсекаем. Всем привет. Мазик родился на Волге, подсекатель 80 уровня, да? 6. Ишь, блин, вот это цифры, вот это цифры. Блин, вот это бесконечный ретриггер, все знают, да, такую? Так, кошки, нормально. Так, еще один ретриггер. Начинаем танцевать. Ну что, кстати, вот в этом слоте можно поймать 1 000 000 ретриггеров и не поймать X100. Я надеюсь, что все-таки... Блин! 8, 6, 5. Ну, блин, не 3, не 4. Отличные цифры. 19 ретриггеров. Ой, я не знаю, подсекаем, не подсекаем. Давайте посмотрим первые 3 барабана. Так, это вилды, это хорошо, это линия. Как минимум... Нет. Идут линии, ребят, идут линии. Подсёк. Ну, такое уже. Было понятно, что уже не будет. Ну, здесь вообще ничего не понятно. Да и, в принципе, куда столько ретриггеров? У нас 19 спинов. Основная бонуска 5 и 19. Подсекаю. Понял, зря. Надо, короче, X100. 12 тысяч надо, чтобы было X100. Так, линия. Есть, идет линия. Хорошо. Так, всем привет. X5 фартовый. Фартовый X5, ребятушки. Фартовый X5. Так, сколько, интересно? 5. Да нормально, нормально. Не 3, не 4, ребят. 24 респина. Вот это же... Ой. Вот это линия. Такая линия есть? Вот. Блин! Да, короче, я... О, ребята, ну что, как дела? Всем добро пожаловать на канал. Если вы еще не подписаны, можете подписаться. И если вам не с кем общаться, залетайте к нам в телегу, мы вас ждем. Все, ребят, все. Я че... Кодовое слово «черный плащ» не просто под бонуску. Еще под супер удачную бонус. Давай 6, чтобы округлить. Черный плащ, евро. Черный плащ, евро. Рига. Это у нас из Риги. Черный плащ из Риги, ребят. Я сказал 6. И он дал 6. Нет, ну такой, ну 5 спинов, думаю. 5 спинов, а могло быть 15. И на тебе 30. И на тебе 30. Так, что-нибудь еще подсекаю.
Ребята, а мы тут надолго, походу. Всем привет. Ну что, есть ребята из чата, кто сможет сейчас сделать прогноз? Сколько будет бонуска? Блин, у меня рекорд в этой бонуске, на самом деле, я... О, вот тут вот уже минималочки пошли. 33 коровы. В этой бонуске у меня рекорд, чтоб не соврать, что-то в пределах x250-300. По-моему, ну, 100% выше x500 не было. Потому что, ну, серьезно, здесь как бы хрен знает. Но вот один бигвин только мы словили пока. Так, это пустая линия. Блин, у меня аж все, нос зачесался, все задергалось. Так, хорошая линия, дам. Как бы x100 пробили, но очень сложно. Это были, если... Хотя x5 неплохой x. Это не x2, не x3, блин, да? Ну, видите, пустые спины пошли. Так. Даже не хочу ретриггеров, хочу прямо вот реально линии. Вот как сейчас была 800 на 5, да? Хочу линии хорошие. Вот, с вилдами, короли. Так, ну что, я не подсекаю, да? Не подсекаю, не надо. А я уж думал, все. А я уж думал, все. Так, вот смотрите, вот это вилд. Получается, и ничего, линий нормальных. 3. А, о, линия вальтов, кстати. А за 3-то, слушайте, ребята, это сейчас в 2 раза больше. Жалко уже иксовку не поменять, да, на x5. Все, это x2, теперь минимум 6. Минимум 6. И 16. Ну, и сколько? Не минималка. Ну, не минималка, ну и такая, ладно. Но все равно 8. До умножения 8 это максималочка была, по идее. По идее, максимальную получилось бы в обычной бонуске без x2. Так, блин, а где линию? Так, линия тузов только, ребят. Мое почтение, ребят. Мое почтение. Ну что это? Ну что это? Пятерка. 46. Нормально, нормально. Ну, по деньгам, согласитесь, не так уж и много. За 27 спинов, 18 тысяч. По 120 ставка. Так, пусто. Блин, какую-нибудь линию зацепить. Какую-нибудь линию. Опа. Ну не нужны мне ретриггеры, все, хватит ретриггеров, давайте линии, давайте линии. Так, троечка. Троечка. 49. Так, нету линии. Есть линия. Да ну на! Да ну на! Да ж, да куда? Куда столько, куда? Там сейчас этот Level Lady икает, наверное. Мастер ретриггеров Level Lady. А тут да. Ну линию. Вот, ну не играет. Да я не. Ну хотя бы давали бы. Знаете, вот если бы мне давали за каждый ретриггер по 100 рублей, да, уже был бы нормальный занос, серьезный. Вот жалко, за каждый бы ретриггер бы хотя бы еще немножко накидывало. Так. Видите, пустое. Пустые. Так, пустой. 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 Так, два вилда. Все, ништяк. Это два вилда. Ну, картинки, картинки. Совпадите. Ну, вот опять вот, да, три барабана только сыграло. Три барабана. 40, 20 на 5, 40 на 5. Еще. Ну, такое, как бы, да. 40 на 5, ну... И что? Нету линий. Тузы чуть-чуть. Так, линия, ну, вольтов. И, кажется, вот, ну, опять, вот, опять. Три барабана играет, и все. Три барабана, и все играет. Ладно, два, нормально, мы уже почти x200 подошли. Так, это вилд. Хорошо, что вилд, кстати, вот, вот это плюс. То, что вилд, скатер вилд, это плюс. Нету линии никакой. Так. Королей. Линия королей. Ну, закрыл бы королей хотя бы. 20 на 5. Пустой. Так. Понял, проехал. Что тут у нас? Туз, валет. Туз, да? Есть такая ведь линия? И сюда надо было туза. Ну, ладно. Так, вот хорошо же. Клеопатра, да, это? Самая дорогая. Ну, видите, тоже без... Так, пусты. Очень много пустых. Я, конечно, благодарен за ретриггеры. Да что в тебя семеро, да? Ну все, мы почти x200 добили, ребят. Почти x200 добили. Буквально копеечки остались.
8. 8! Да куда ты столько? Куда ты лепишь, чуваки? Уже все, уже, блин. Нам уже пора, блин, уже спать пора. Все, ёпты. На обед идти, ну что ты? Что ты? Куда ты гонишь? Алло, алло, алло. Так, ребята. Если кому-то надо на перекур, я думаю, вы можете спокойно сходить на перекур, вернуться, а мы еще все еще будем здесь. Тута, здесь, а тута. Ой-ой. Так, короче, пишите комментарии, ребята. Если вы смотрите этот занос, давайте ко мне пишите комментарии. Пользуясь случаем, хочу передать всем привет, кто смотрит Мазика, кто его всячески поддерживает, кому нравится этот щекастый симпатяга. Пишите. Пишите что-нибудь нам в комментариях. Мы обязательно прочитаем. Можете написать, нравится вам Мазик и почему. Или не нравится вам Мазик и почему. Блин, ну это очень жестко. Это очень жестко. Так, 23. Ну давай до X200. Я уже подсекаю. Я уже не выдержу. Я уже все просто. Я подсекаю скатеры. Рыбак 80 уровня, я так сказал. Все, X200, ребят. Так, вот. Вроде линия какая-то. Нет, не линия. Так. Еще 10 спинов. 2-3 триггера. Хорошо, что не на X2, ребят. Хорошо, что не на X2 было. На самом деле, всего один бигвин. Вот за 64 плюс эти два, за 66 спинов. Ты сказал 66? Всего один бигвин, да ведь? Сколько? Ну, давай 3 уже. 3. 3. Да не может быть. Ну никуда. 77. Так, а у кого... Какой рекорд? У кого рекорд какой? По спинам. Может, какой-то уже рекорд мировой поставил? Не, ну, конечно, Лава Леди больше, но там по 15 спинов просто дает. Ретриггер. Кстати, сколько ретриггеров вообще я поймал? Ну и линия? Нет. Ну, блин, вот линии не ставят. Так. Дамы, спасибо. Так, вроде финиш. Вроде виднеется финиш. Но там по факту еще 3 будет спина основных. Финиш? Не, ну X300 давайте добьем, да, что? Что ли? Чтоб шутки про тракториста нам. Вот, 3. Я все. О, 80. Округлили. Великий округлятор. Всем привет. Так. До сотки округляем. До сотки округляем. Янису, спасибо, черный плащ. Янису, ну, мы ему расскажем. Блин, да по факту могли бы X1000 дать столько ретриггеров, ну ладно. Да ну тебя. Это, о, бигвин. Второй бигвин, ребят, за 80 спинов. Второй бигвин, на сколько? На 6000, ну, X50. А что сыграл-то? А за что бигвин дал, за какую линию? А, ну вот птички, что я туплю-то, вот птички, да? Словили птичек. Нет, да я уже сам, я уже в шоке, 90. Я такой, давайте по 3 уже. Ребят, ну, в принципе, 36 тысяч, это X300 уже будет. Это уже X300. Так, подсекаю. Подсекаю. Линия небольшая вроде. Так, подсек... Хотел сказать, только что хотел сказать, что подсекания не работают. Вот только хотел ляпнуть, говорю, подсекания не работают. Подсекание... Да, это нет, но это... Алло, алло, Плейнго. Тут такая история у меня на стриме, да. Ага, слот ваш завис. Угу. Не знаю, что делать. Да. Да, да-да-да. Стрим уже заканчивается, а бонуска нет. Что делать? Это уже какой-то... Так, ну икс... Нет, сколько? 100! Ребят, ровно сотка. Я честно первый раз вижу. У меня как-то было много ретриггеров, как-то была длинная бонуска. Но чтоб настолько, это просто... 100 спи... Хотя бы еще в поляну фараонов. Просто мне слот уже как родной стал. Мне слот уже просто все там корешем.
Ну, да блин, ну вот. Хочу еще Big Win. Шел 93-й спин. Так, ну, в принципе, так, x560 тысяч. Ну, еще далеко до 60 тысяч, еще далеко до 60. Но шансы. Так, 40 пробили практически. Ну, давай 40-ку. Да... Ой. Эй, Вася. Эй, 40-то. Слушай, ну дай 100 рублей. Ну вот. Так, все, 40, наконец-то. Я уж думал, все, блин. Нет. Блин, а бонушка уже заканчивается. Вроде бы давай еще один ретриггер, да? Все, 104 спина. И еще 42 тысячи. Нормально. Нормально, нормально. Один спин у нас немножко затянулся, а так... 42, 220. Всем привет, всем добро пожаловать. Хорошее начало, это просто одна бонуска на полстрима.